Всем привет, всем привет. А я тут думаю, а где же мой день Святого Валентина? Я его ждал прям 8 числа, а там какое-то фанатское агентство. И наконец-то день всех влюбленных. Спасибо вам, разработчики, большое спасибо. Студия меня не интересует, если только меня вы все не выведете в топ, потому что нереально столько донатить. Но хочу вот я открыть свою студию. Давайте быстро по обновлению Дня Святого Валентина. Я прям очень счастлив, я дождался. Буду чуть-чуть прокачивать себе студию. Но перед тем, как мы все это начнем... MC Крутыш, спасибо тебе. Получил уже Валентинки от тебя. К сожалению, был не в онлайне, но у меня вылетел интернет. Все равно успел схватить, короче. Оставшие, к сожалению, не знаю, кто подарил. Ребята, ну а если вы хотите, чтобы я вас поблагодарил на канале, дарите мне валентинки, ну только пожалуйста, когда я в онлайне. Я уже несколько раз предупреждал, как по музлайкам, как и по валентинкам. Если меня нет в онлайне, я не узнаю, кто мне дарил валентинки, и не смогу человека отблагодарить. А пока, MC, спасибо. Ну, что я могу сказать? К обнове! Ну вот, так, пошли. Вот День Святого Валентина. Ребята, у нас 12 дней на все про все, после чего будет 23-е у нас. Опять, скорее всего, будут наши Катюши и так далее. Но меня это не интересует. Меня интересует выполнение заданий. То есть вы побеждаете 15 раз в городе, один раз на полигоне и набиваете ему с бокса 3000. Это элементарно можно сделать за день. И получаете свои монетки, меняете их на сердечки, с кем договоритесь в группе. Соответственно, сердечки ваши, которые у вас есть, вы заходите и меняете на предметы студии оружие или подарки. Ну, как всегда, я советую менять только на предметы студии. Оружие, сразу говорю, вылетает плохое. Но если у меня будет очень много валентинок, конечно, я буду покупать все, потому что их девать будет просто некуда. В свое время я видел, Каспирок тратил в день по 500 штук. Ну, просто не было у него столько. Надеюсь, у меня столько не будет. А то следующие видео просто превратятся в большое спасибо. Спасибо за валентинки. Ладно. Вот. Еще очень интересная, короче, новость с введением, получается, модельного агентства. Как бы новости распространяются уже очень быстро. Появляются новые фанатки, ребята. Смотрите, новые фанатки на энергию. Я, конечно, не ожидал. Санька, спасибо тебе большое за инфу. Уже получил. Плюс есть еще интересная, короче, инфа, но я ее оставлю на будущее, пока сам не проверю, как бы не буду говорить. Если найдутся какие-нибудь интересные еще фанатки, ребята, в комментариях пишите. Тоже очень интересно, какие фанатки добавили. Предполагаю, что, может, появились еще или на бои, может, появились на... Получается, крионит какой-нибудь. Ну, так я вот фантазирую уже. Но все равно. Ура! Я буду мистер Валентин. Я буду мистер Валентин. Мистер Валентин. А-та-та-тра-та-та. Интересно, сколько там задонатят, короче, на Валентина за эксклюзивную студию. Ну ладно, спасибо, ребята, всем, кто смотрел. День Святого Валентина нам подарки, конечно, не привез. Но зато привез нам уникальные предметы со своей студии. Я так давно его ждал, кстати, получается, с сентября месяца. Ну все, счастливо всем. Короткое, быстренькое обновление. Что я могу сказать? До следующего видео.